Почти 80 врачей и фельдшеров приедут в Хабаровский край в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Их распределят в села и небольшие города региона. В прошлом году благодаря программам в край удалось привлечь около 70 медиков. Подробности у наших корреспондентов. Уже почти год терапевт Анастасия Сафина ведет прием пациентов в амбулатории поселка Селихино. Молодой специалист приехала в Комсомольский район из Башкортостана после окончания вуза по программе «Земский доктор». Говорит, с начала работы было очень много. Местные жители заждались врача в своей амбулатории. Пациенты отнеслись очень положительно. Первое время у меня было по 30-40 человек в день. Я старалась оказать всем медицинскую помощь. Сейчас уже мы стабилизировали этот поток пациентов. По приезду в поселок, согласно условиям программы, Анастасия Сафина получила единовременную выплату 2 миллиона рублей и служебное жилье. Отмечает, что помимо финансовой поддержки, эта работа – отличный шанс набраться опыта. Одно из условий – специалист должен отработать на месте не менее 5 лет. Такой подход позволяет уменьшить кадровый отток в сельской местности. Часто меняются кадры, поэтому хотелось бы, чтобы они были постоянные, чтобы лучше знали своих пациентов, чтобы не менялись так часто, как последние годы у нас происходит. Только в прошлом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые реализуются в рамках нацпроекта здравоохранения, в Хабаровский край приехали 45 врачей и 26 специалистов среднего звена. В этом году в регион планируется привлечь еще больше медиков. Александр Лихачев, телеканал «Губерния».